Друзья, приветствую всех на канале Хаймком. И в этом ролике мы с вами поговорим, как же работает жадность на пике рынка, да? То есть у нас есть пик рынка, который уже был поставлен, да, там 48 тысяч. И, соответственно, как вообще формируются эти пики. Перед просмотром ролика подпишись на канал, поставь ролику лайк обязательно, да? Подпишись на телеграм-канал, где много новых новостей, сделок и так далее. Вот, что мы видим? Прошлый год, 21 год позапрошлый, мы ставим пик рынка, да, то есть на фоне жадности. Дальше что мы делаем? Мы разгружаемся, делаем обновление хая, да. Почему мы делаем обновление? Потому что нужно сделать FOMO. FOMO это fear missing out, да, то есть это страх упущенной выгоды, когда мы думаю, что сейчас все, сейчас он пойдет еще выше. Мы здесь покупаем, и все, рынок идет против нас. То есть так делают новички, хомяки и так далее. Вот. И чтобы понять вообще, когда этот пик или дно, да, образовалось, у нас есть для этого знания в трейдинге. Если вы еще не обладаете этими знаниями, то советую пройти наставничество, обучение, да, которое есть у меня. По ссылке в описании можете мне написать личные сообщения. И мы с вами уже индивидуально разберем вашу ситуацию и индивидуально уже, соответственно, с вами будем заниматься. Вот, простой инструмент, который поможет определить пик и разворот рынка, это ложный пробой. Ложный пробой – это постфактумное явление, то есть оно происходит постфактум, да, и это обычно делается при пике или на дне рынка, то есть ложный пробой. Он начинает и заканчивает движение. То есть смотрите, вот он, как он выглядит. Мы зашли за уровень 17 тысяч, проторговались, но вниз не пошли. Зашли обратно за него и пошел импульс. То есть вот это образовался ложный пробой, длинная проторговка. Тем самым мы завершили вот этот нисходящий тренд этим ложным пробоем. Также здесь был вот у нас бычий тренд. Мы сделали ложный пробой и завершили его. Также и здесь у нас была отметка 48 тысяч. Мы сделали ложный пробой и завершили тренд. То есть ложный пробой завершает движение и начинает его. Вот. Именно это поможет тебе заработать и понимать вообще, как строятся рыночные циклы, как строятся движения и движение заканчивается. Если ролик был полезен, ставь ролику лайк, подпишись на канал и увидимся в новых роликах.